Привет, прогрессивный народ, это истинный следователь. Обзор, продолжение серии обзоров роутера Huawei HG8245H. Ростелеком его раздает людям, стоит он около $100. В рублях даже цену не хочу говорить, рубль это не деньги. Потому что будет меняться все время. А ролик-то пролежит мой, в историю войдет, я думаю. Есть вход стандартный. Вот вход, находится он по адресу 192.168.0.1. Иногда 101 окончание. 192.168.101. Это просто там прописывается в разделе DHCP. Пробуйте либо один, либо другой. Вот такое вот окошечко, английское, на английском оно. Root admin, стандартный вход. Давайте покажу, войду стандартным. Входишь. Он заходит на информацию device information. Информацию здесь показывает загрузка процессора, памяти. В общем, он не видел, что был перегружен. Прошивка 122 и 118 у меня есть. 003 я не смог сделать резервную копию. Вот такие вот есть. Немножко эта прошивка я прошил с 003 и 122. Улучшилась скорость Wi-Fi. Стала какая-то более-менее средненькая. Была 15 мегабит на прием. Стала около 30 мегабит на прием. С одним и тем же точкой я меряю. Чтобы понять скорость, меряйте с одной и той же точкой. И в одно и то же время еще желательно. Потому что вечером нагрузка больше, народ качает все. Так, ну вот прошивка. Это окончание, я говорю, 122. Здесь что еще можно использовать? По сути, ничего интересного нету. Здесь оптической информации можно посмотреть. Если кабель обломался, то здесь ничего не будет. Вот здесь вот. Ну и лампочка там красная горит. Лост сигнала. Так, вот DHCP. Здесь вот он как раз 0.1. Ну да, 0.1 он, в общем. Но здесь ничего не настраивается. Так. Вот ван информация. Здесь интернет, ПППОЯ. И ТР-069. Сначала я не знал, что такое. Оказывается, это уже в 2004 году придумали. Удаленное управление. Хорошая задумочка, но в наших условиях, когда человек бесправный, ее надо выключить. Выключать обязательно. Потому что ничего это не даст, не обновляют они никакие прошивки тебе, а просто херь какая-нибудь. Они же могут управлять дистанционно. И есть USB. Я написал там в интернет-форуме, что там тебе загрузят какую-нибудь хероту на компьютер. А что они? Вот изменят настройки, FTP доступ откроют, и у тебя там вставлен какой-то жесткий диск или как народ делают, и все, тебе загрузят, а потом придут, скажут, вот у тебя на жестком диске там всего что-то нарушенное, и все. Так можно сделать, я не знаю, почему нельзя сделать. И говно, в общем, это я не смог выключить. Вот, нажимаете. Так, что здесь? Адрес DNS сервера. Еще в этом роутере я так до сих пор не могу изменить DNS сервер, то есть там Ростелекомский поганый, он следит, ну помимо там системы этой, которая за всеми следит, но DNS всегда надо менять. Заходите в нормальном роутере и меняете. Здесь не поменять просто мне. Вот такой вот раздел. Потом еще можно здесь то же самое, ван нажимаете, и те же самые вот эти ТР, это шпионить за вами, всякие вирусы вам засылать, но интернет это вот соединение. Ничего я здесь не настраивал.
Единственное, что здесь можно сделать еще в входе в обычном стандартном конфигурационный файл сохранить и перезагрузить. А вам надо его сохранить не в память устройства, а на компьютер. Это можно сделать из этого админа настоящего. Сейчас покажу. Ну, в общем, все пока что. Особо, ну, беспроводную сеть там настраивать. Беспроводную сеть. Гостевой нету. Ну, херовый роутер. В общем, неинтересный. Лучше и не лазить туда вообще. То, что я делаю, делал ни к чему это. Ну, скорость вот немножко Wi-Fi стала побольше. А на самом деле лучше нормальную точку купите. Ну, роутер еще один, подсоедините к нему через проводком и все. Хоть TP-Link, хоть Zigsil там. Так. Выходим. Чем выходит, на главную не возвращается. Такое неудобство. То есть в браузерной строке берите и на главную надо переходить. Либо просто в закладке добавьте. Я добавил в закладке. Дайте 01, 101 окончание. Пароль сохраните. Так. Ты что? Что ты? Заходи давай. О. Вот, мне подошел вот этот, там интернет валяется, не буду сейчас повторять. Телеком админ, телеком не подошел. Подошел вот этот, вот, можете посмотреть, ничего секретного в нем нету. Но смотрите, настройки могут сбиться, интернет ломается, потом надо звонить или чтобы они приходили. Еще раз говорю, с этим роутером действительно лучше не лазить. Потому что с ним ничего особо не сделаете вы. Он TR-069, я не смог ни отключить, ни удалить. Его удаляю, прерывается соединение интернетовское. Все, потом кое-как пытаюсь восстановить настройки из файла, и они восстанавливаются, но сразу не работает, а потом он автоматически вроде как подхватывает с удаленного сервера. Не победить мне TR-069, а его отключить обязательно надо. Я пытался и выключить, сейчас покажу. Вот, в общем, посмотрели пароль. Заходим. Здесь просто расширенные пунктики появятся. Но не все они нам нужны. Так, зайдем туда же. Status One Information. TR. Ну, тут ничего нельзя делать. Вот, заходим в следующую сверху One. Вот. Здесь галочку. И удалить. Или здесь я выключал вот эту, не пробовал, правда, удалить. Потом пропадает и это соединение, все рвется, интернет не работает. Не знаю, что с ним делать. Так, еще есть System Tools, вот он, TR-069. Здесь вот пытался стереть это, Localhost тоже не сработало, соединение разорвалось. Не знаю, что делать, пишите предложение, ну кому это нужно? Мне нужно вообще. Я ломать не хочу роутер, но хочу отключить эту херь. Пошли в жопу. Ну, роутер у меня стоит, у людей человек может управлять. У меня есть квалификация. Роутер. Чтобы разобраться с этим роутером. Пускай и тупорылым чувакам с айфоном там управляют роутером. Я всем сам управляю, если могу. Вот так. И что? Вот что важного здесь есть. Прошивка. Обновление. Здесь ее пихаете. Сохранить нельзя. Я не нашел. Та, которая есть, 0.3. Я бы сохранил. Херовый роутер. Перезагрузка. Так. Файл конфигурационный. Это уже было. Вот новое появилось. Скачать. Сохраните и скачайте и запишите там, что время какое. Потому что он называется там HV как-то. Вот, потом отсюда возьмите, он его подгрузит, перегрузится, и потом вот с Ростелекома вот в Петербурге подхватывает настройки. Я ждал, ждал сначала, нифига, блин, какое-то время, фиг знает, то ли 10 минут, то ли час, потом взял, вот обновился. Может быть, звонить надо было.
Ну, в общем-то, и все. То, что можно делать с этим роутером. По проводу работает он отлично. Так. Гигабит. Вот. Меряю я вот с одним и тем же сервером меряю. Петербург, МТС. Нахожусь я в Петербурге. По проводу все отлично. Беспроводной был мега сбой, 15 мегабит ко мне, обновил я прошивку, поломал кабель заодно случайно, или он сам отвалился, фиг знает. Получил скорость увеличить немножко. Рядом, когда находишься, естественно, рядом я меряю 30 мегабит около. А ко мне. А отдача даже быстрее. Ну, корявый. Корявый там Wi-Fi. Он как будто Wi-Fi N и до 150 соединения 3300 на деле вот так вот. Ну вот такая вот отличная скорость, как видите, по проводу, по кабелю. 180, 180, было 200, 200 даже. Хотя тариф у меня 45 был мегабит, я подключался. Но они дают, что ли, больше. Ну, дают и ладно, в общем. Я не против. Вот, настроечки советую не лазить, если у вас нет опыта, не перезагружать его, а если есть, вот я полез, скорость я все-таки немножко увеличил Wi-Fi, TR-069 не смог пока что удалить, может быть, он вообще не удаляется. Всем спасибо, это был обзор Huawei HG82, блин, какой там номер у него, 45H, попытка отключения TR-069 и прошивка его. В общем, прошился, но погонь не отключилась, слежение. Это был истинный следователь, всем пока. Делаем прогресс, революции, всего хорошего.